Соглашение о дальнейшем сотрудничестве подписал в Рио губернатор Михаил Дегтярев с «Опорой России». Как было отмечено на протяжении многих лет, общероссийская организация малого и среднего бизнеса является надежным партнером правительства Хабаровского края. Со стороны «Опоры России» соглашение подписали президент общероссийской общественной организации Александр Калинин и председатель регионального отделения организации Сергей Мазунин. Как отметил Михаил Дегтярев, подписание соглашения – неформальная процедура. Благодаря активной позиции участников удается достичь серьезных результатов в развитии предпринимательства. Сегодня же актив «Опоры» представил несколько инвестпроектов, которые могут быть реализованы в ближайшее время, если правительство окажет поддержку. Один из таких – мегалогистический центр «Браво» со складами, гостиницами и сервисом для экспедиторов. Его планируется построить рядом с дорогой обход Хабаровска. Есть земельный участок в собственности, как раз он 1400 метров отходится от обходной дороги, то есть инвестор, порядка 1,5 миллиарда готов инвестировать в современные комплексы. Ряд уже, есть договоренности с рядом корпораций федеральных, которые готовы стать, ну, зайти сюда. Браво, Мария Юрьевна. Двигаемся, поддержим обязательно в рамках закона, все. И я думаю, что будущее однозначно у этого проекта есть. Также представители «Опоры» от имени бизнеса обратились с просьбой оказать содействие в работе с землями Министерства обороны. Большинство участков давно не используются. Земля могла бы пригодиться инвесторам, но военные очень тяжело идут на контакт. Михаил Дегтярев заверил, что и со стороны краевых властей работа в этом направлении ведется.